В день сотрудника органов внутренних дел в Саратове состоялись торжественные мероприятия. На праздничной церемонии полицейских поздравили руководители областного главка и чиновники. Напомню, до 1991 года этот праздник назывался Днем Советской милиции, до 2011 Днем Российской милиции. Ну а после вступления в силу закона о полиции его переименовали в День сотрудника органов внутренних дел. На торжественной церемонии поздравили всех полицейских и поблагодарили за службу. Мы говорим о позитивных изменениях, идущих в ведомстве, о процессах обновления, поднимающих вашу работу на новую ступень. Это касается материально-технической оснащенности, совершенствования правовой базы, новых подходов к работе с кадрами –